Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе, повыше. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. Модрич. Такими действиями игру не обострить. Может получиться интересная атака. Кросс. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Грамотный пас, все по делу. Матье. Это может быть опасная атака. Модрич. Аут. Тут может что-то получиться. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Ждем угловой. Ну что, посмотрим, какой силы удар у этого вратаря. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Можно было получше мячом распорядиться. С углового мяч будет введен в игру. Вес. Вот он! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Модрич. Кросс. Пирло. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Матьё. Лима Феррейра. Терри. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Пирло. С
Судья фиксирует офсайд. И тут такая сложная ситуация, сразу не скажешь. Свистят болельщики гостей. По их мнению, хозяева тянут время. И мы это с вами хорошо видим. Здесь защита справляется, мяч отобран. Матьё. Перехват мяча, и можно начать. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Выбили у него мяч. Кому он достанется? Мяч за боковой линией. Отлично сыграно, надо решать. И навес. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Играет он головой, сумел сохранить мяч у своей команды. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Мяч будет введен в игру из-за боковой. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Игра головой, мяч остается у его команды. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Удар! Вратарь на высоте! Так, теперь надо отбиться на угловом. Стадион недоволен, стадион свистит, гости не торопятся с вводом мяча в игру. И это не нравится болельщикам хозяев. Разумеется, эта ничья устраивает их гораздо меньше, чем гостей. Отсюда и свист. Лима Феррейра. Итак, у нас аут. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Это момент. Решил пробить. Матьё. И есть гол! Этот гол многое меняет. Теперь им надо два мяча забивать. Честно говоря, я в успехе сомневаюсь. Ну, в следующем матче будет возможность все поправить. Со второго этажа приходится этот гол, и, надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня точно все в порядке. Ну что, с игрой нужно было явно что-то делать, и сейчас ее здорово встряхнули. Причем так встряхнули, что как бы совсем в нокаут не ушла. Если и после этого они будут резину тянуть, ну, я не знаю уже тогда. Наверное, надо идти домой. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Надежно играет защитник, атака прервана. Еще 4 минуты проведут команды на поле. Заброс вперед. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Он накручивает соперников одного за другим. Кросс. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Кросс! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Во время углового оборона должна действовать очень слаженно.
Мяч в непосредственной бли... Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Пока неплохо. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Вот это удар! С углового мяч будет введен в игру. Месси! Удар со второго этажа. Вратарь явно поймал кураж. Пирло. Матьё. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Будет штрафной удар. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Матьё. Это может быть опасно. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Посмотрим за этой атакой. Терпеливо ждут они своего шанса. Свисток арбитра угловой. Мы слышим свист трибун, это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Месси. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Бить надо! Это момент! Гол! Интересно становится. Все интереснее и интереснее. Они начинают вытягивать почти безнадежный матч. Еще хотя бы один гол забить, и повышение в классе у них в кармане. Времени немного, но оно все-таки есть.
Снова равенство на табло 1-1. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? И как пробил! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. 20 минут до конца основного времени матча. Это может быть опасная атака. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Игрок получает предупреждение. Заметьте, он даже не спорит с арбитром. Из этой атаки может быть... Какая техника? Как он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Самый настоящий подвиг мы сейчас видели в исполнении защитника. Команде впору поставить ему память. Здесь защита справляется, мяч отобран. Лима Феррейра. Четверть часа еще играть командам до конца основного времени матча. Ударище просто. Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Совсем мало времени до конца игры, а шансы на успех есть у обеих команд. Вот это матч! Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Ну что, надо собираться, идти вперед. Сегодня ничья равносильна поражению. Да, напомню, что команде необходима только победа, чтобы получить путевку в следующий дивизион. Думаю, мы увидим очень жаркую концовку. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. А мяч уже у соперника. Месси. Не безинтересная задумка, но исполнение не точно. Пока неплохо. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. И это удар! Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Где он столько насчитал? Целых 4 минуты, не понимаю. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Лима Феррейра. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Попытка обострить игру. Атака остановлена, но кто получит мяч?
Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе, повыше. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Какой-то, знаете, между собой. Кросс. Лима Феррейра. Долго держит. Отличный удар. Далеко от ворот проходит мяч. Хорошая игра головой, мяч остается у них. Это может быть опасно. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Терри. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Месси. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Мяч уходит на угловой. Мяч ушел в аут. Можно было получше мячом распорядиться. Этот навес становится легкой добычей защитника. Не стал ничего придумывать защитник, просто вынес за боковую. Санчес. Аут. Грамотный пас, все по делу. Посмотрим за этой атакой. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Модрич. Аут. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Терри. Модрич. Матье. Санчес. Тут может что-то получиться. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Ищут они разные варианты для атаки. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Вот это да, вот это прием. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Кавани.
Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Это может быть опасная атака. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Мяч за боковой линией. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Пока неплохо. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Атака остановлена, но кто получит мяч? Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Терпеливо ждут они своего шанса. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Какой-то, знаете, между собой. Матье. Это может быть опасно. Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи. Прозвучал свисток, и это значит, что развития атаки уже не будет. Офсайд. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Офсайд, нет никаких сомнений. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Санчес. Ошибка в передаче, но идея была неплоха. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Буатен. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Может получиться интересная атака. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Решил пробить. Все на изготовку, к угловому готовься. Пирло. Это момент. Гол! Теперь их ситуация стала посложнее. Чтобы подняться дивизионом выше уже сегодня, надо забивать как минимум дважды. Знаешь, интуиция мне подсказывает, что задача переносится уже на следующий матч. Отличная атака, отличный гол. Да, неприятная получилась ситуация для вратаря, и удар оказался не берущимся для этого голкипера. Ну что, спасибо, хоть одним мячом забитым порадовали нас команду. И мы его наконец-то дождались. Надеюсь, это хоть как-то оживит игру. Пока матч был крайне унылым, это надо признать. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Отличный момент! Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь.
Они выигрывают и будут подавать угловой. Пирло. Пробил головой он. Нам повторяют забитый мяч, который вывел команду вперед. И пошла передача. Опасная подача, но защитник на месте. Матьё. Не получился пас, и мяч уходит за пределы поля. Терри. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Желтую карточку показывает арбитр в этом эпизоде. Тут может что-то получиться. Удар! Опасно! А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Равенство на табло, а это означает, что им осталось забить всего один гол. И добро пожаловать в следующий дивизион. Действительно, нас ждет очень интересная концовка. Очень здорово разыграли классическую комбинацию. Один пас, один удар. И один отличный гол. Аут. Это может быть опасно. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Защита надежно играет, мяч отобран. Ударище просто. Относительно легкий мяч для вратаря. Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Свистят болельщики гостей. По их мнению, хозяева тянут время. И мы это с вами хорошо видим. Пирло. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Модрич. Матьё. Санчес. Отличный отбор, но кому достанется мяч? И этот штрафной может быть очень опасным. И это желтая карточка. Судья у нас либерал, и Стенко этим пользуется. Игрок получает предупреждение за нарушение правил, ну, как сказать, стенки, что ли, как это называется? Ну, не соблюдали они правила 9 метров, а обидно и абсолютно ненужная желтая карточка. Удар по воротам. Это угловой удар. Удар! Если посчитать эти угловые, можно просто заснуть.
статистику угловых на ваших экранах. Болельщики хозяев шумят, свистят и показывают, что гости тянут время. Ну, понятное дело, у нас ничья, и хозяева, конечно, хотят выиграть. А гости же, напротив, будут рады сохранить текущий счет. Так что их поведение вполне обосновано. Навешивать надо! Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. Терпеливо ждут они своего шанса. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Посмотрим за этой атакой. Вот это удар! Выходят они вперед в счете. Нет, нет борьбы на поле. Я настроился на жесткую, такую упертую игру, но то, что мы сейчас видим... Делают, что хотят. Еще бы. Они свободно чувствуют себя у ворот соперника. Полное преимущество по ударам и, думаю, по владению мячом. Счет 2-1. Буатен. Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи. Росс. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Велик... Решил пробить. Вступает в игру вратарь, все под контролем. И прерывает защитник эту передачу. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Это может быть опасно. Это плохая передача, и первым на мяче оказывается защитник. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? В последних секундах матча они получают право на штрафной. Ну так нельзя играть, конечно. Бесспорное нарушение правил. Ну как было в такой ситуации не зафиксировать фол? Очень опасный подкат. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равным. Мы слышим свист трибун, это болельщики хозяев недовольны затяжкой времени. Гости выигрывают, торопиться им некуда. Если так дальше пойдет, то судья щедро добавит к основному времени матча минуту-другую. Времени мало, а забивать надо дважды. В принципе, я вряд ли ошибусь, если скажу, что на сегодня все понятно и надо уже... Месси! Проверка. Удар. Это угловой, который еще иногда называют ужасным английским словом «корнер». Голкипер отбивает мяч. Последняя минута второго тайма. Перехват в центральной зоне. Да куда столько? Пошли бы уже по домам давно. В этой атаке оборону пройти не удалось. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? И это удар! И на месте голкипер. Сериал угловой продолжается. Тут защита справляется, потеря мяча. Пока неплохо.
Атака остановлена, но кто получит мяч?
Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе, повыше. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ну, ты знаешь, мне вспоминается известная из...
Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе, повыше. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. Команды начинают эту игру. Поехали. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Буатен. Модрич. Посмотрим за этой атакой. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Отлично сыграно, надо решать. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Ну, а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Отличный чистый отбор. Какой пас проходит? Пирло. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Буатен. И пас обратно. Скучновато. Можно играть дальше, считает арбитр. Матье. Неплохой заброс вперед. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Это может быть опасно. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод. И лишь... Нарушение и штрафной удар. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел и требуют от судьи принять меры. Если гости и дальше так будут оборонять ничью, судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Тут может что-то получиться. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Ушел мяч. Аут. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Модрич. Росс. Ищут они разные варианты для атаки.
Может получиться интересная атака. Партнеры поддерживают эту атаку. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Это может быть опасно. Вот это удар! Такой шанс мог бы вывести команду вперед. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Игрок получает предупреждение. Заметь, он даже не спорит с арбитром. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Они закрепились на чужой половине, теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Есть варианты, куда сделать пас. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Санчес. Это может быть опасная атака. Терпеливо ждут они своего шанса. Вот хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар. Опасно! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперник. Кавани. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Буатен. Ошибка в передаче, но идея была неплохая. Отличный удар. Санчес. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Здесь защита справляется, мяч отобран. Совершенно логичное решение. Хорошее. Итак. Команда готова, тренерские установки получены, можно начинать. Пас назад, что же, иногда и так приходится играть. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Посмотрим, кто из них сильнее физически и тактически. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Мяч ушел в аут.
Отлично отбор, но кому достанется мяч? Пересек мяч боковую линию. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Пас в штрафную. Месси! Невероятное спасение! Удар! Опасно! Мяч ушел на угловой. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. Матье. Санчес. Отлично сыграно, надо решать. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Матье! И справляется вратарь с этим ударом. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Матье. Может получиться интересная атака. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Пока неплохо. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Санчес. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затяжке времени со стороны хозяев. Если они и дальше будут так неохотно вводить мяч в игру, арбитр может выписать пару желтых карточек и будет абсолютно прав. Это может быть опасно. Месси! Не на месте голкипер. Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Владеют мячом и ждут, когда предоставится... Буатен! Мяч в воротах! И это гол! Команда вышла вперед, а это значит, что если счет до конца матча не изменится, она обеспечит себе повышение в классе уже в этом матче. Да, это будет замечательно, и тогда мы сможем официально поздравить эту команду. И это гол! По-моему, вратарь даже не понял, что происходит. Да происходит вот что. Шикарная передача и завершение такое же. Классика. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Угловой.
Свистят болельщики хозяев, не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Опасная передача. Все на изготовку, к угловому готовься. Поровну команды владеют мячом, да и игра примерно равная. С тобой трудно не согласиться, Георгий. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Удар! Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Матье. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. А вот сейчас начнется самое сложное. Какой удар! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Будет угловой. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Удар! Вот это удар! Звучит свисток. Чуть-чуть, но в офсайде он был. До конца игры 7 минут. Росс. Посмотрим за этой атакой. Отличный пас в разрез. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Буатен. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Великолепный пас. Возможно, последний штрафной в матче. Пять минут, вот это да. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Так, теперь все вперед! Товарищ Лайнсман, а вы уверены, что вне игры все-таки было, а? Росс. Это может быть опасно. Пас с фланга. А вот и...
Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе, повыше. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. Все готово к началу первого тайма. Поехали! Кросс. Заброс вперед. Может получиться интересная атака. Модрич. Да, и пробил. Относительно легкий мяч для вратаря. Свисток арбитра угловой. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Положение вне игры сигнализирует лайнсмен. Боковой арбитр зафиксировал офсайд. Рос. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Удар! Опасно! И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Команда проходит пытку угловым. Выдержит ли? Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Аут. Прекрасная передача. Навесить мяч получилось, вот только адресата мяч не нашел. На секунду бы попозже начать это открывание, может быть, и не было бы офсайда. Как это часто бывает, хорошая атака, к сожалению, завершается, потому что было зафиксировано положение вне игры. Кросс. Очень здорово сыграно. Модрич. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Бей и выводи команду вперед! Прекрасный навесной удар. И это момент! Гол! Этот гол выводит их в следующий дивизион. Но расслабляться рано, малейший зевок в обороне, потеря концентрации и прощая лучшая жизнь. И какой удар с лета, а? Сходу вычислил траекторию и вогнал мяч в ворота. Фантастическое исполнение. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Неплохо действует игрок. Мяч решил пробить. Защитник справился с задачей. Мяч выбит. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Мяч за боковой линией. Потерял он мяч, но кому он достанется? Как? Это штрафной. Вратарь не без проблем, но справляется с ударом.
Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Кавани! И что это? Гол! Преимущество становится еще внушительнее, и команда может потихонечку выдохнуть, пока их повышению в классе ничто и никто не угрожает. Да, им теперь надо повнимательнее сыграть в обороне и спокойно довести начатое дело до конца. Это может быть опасно. Навешивать пора. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Удар! Надо забивать! И гол! Пробил он здорово и, самое главное, попал в створ. И попал в левый угол ворот. Счет 2-1. Росс. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Это может быть опасно. Пока неплохо. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Это угловой удар. Свистят болельщики хозяев. Не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. И это удар! Гол! Мяч в сетке! Игроки уже приготовились праздновать повышение в классе. И вот сюрприз. Теперь надо идти вперед и забивать еще. Ну, в таких матчах нельзя расслабляться ни на секунду. И все же им удалось сравнять счет. Ах, какая сейчас пойдет игра. Забивают и догоняют соперника. Такой разрыв ликвидировали брависсимо. Модрич. Кавани. Может получиться интересная атака. Защита справляется. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Обратный пас, очень быстро сыгран. Тут может что-то получиться. А сейчас вперед можно выйти. Проверка вратаря, он на месте, никуда не ушел. Четыре минуты добавил судья к основному времени матча. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Отлично сыграно, надо решать. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо.
Возвращаемся на Селхерст Парк. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Посмотрим за этой атакой. Угловой, шанс выйти вперед. Надежно играет защитник, атака прервана. Мяч покинул пределы поля. Месси. Модрич. Чу-чу-чу-чу-чу, вне игры, свободный удар. Модрич. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Это может быть опасно. Хороший обостряющий пас. Кто знает, представится ли им еще такой шанс повести в счете. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Месси. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Пошли последние полчаса игры. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Кросс. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Опасная передача. И как опасно пробил. Ждем угловой. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. И еще один угловой. А теперь давайте посмотрим на соотношение угловых в этом матче. Удар головой. Не удалось забить, и выйти вперед тоже не удалось. Пока неплохо. Модрич. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей, ничего себе! Такие передачи придают атакам остроты. Может получиться интересная атака. Великолепно исполненный пас в разрез. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой.
послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Атака продолжается, судья дает играть. Потерял он мяч, но кому он достанется? Буатен. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Пас в штрафную. Месси! И это момент! Гол! Благодаря этому голу они могут решить свою задачу уже сегодня за несколько туров до окончания чемпионата. Обеспечить себе путевку в следующий дивизион заранее, это, конечно, здорово. Только как решить эту задачу, пока еще непонятно. Атака продолжится через фланг. Ну что же, стоило бы хотя бы попытаться. Кросс. Здорово, выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Грамотный пас, все по делу. Отличная игра в пас. Бить надо! Относительно легкий мяч для вратаря. И снова придется разыгрывать угловой. Пас с фланга. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Вот это удар! А ведь мастерство есть у этого игрока. И так промазать. Да, хладнокровия в этой ситуации игроку, к сожалению, не хватило. Характерным жестом голкипер показывает. Идите, идите, Константин, куда они должны идти? Ну, об этом мы подумаем уже после игры. Наверное, сейчас они должны идти вперед, а голкипер постарается выбить мяч как можно дальше. Хорошая передача. Опасная подача, но защитник на месте. Чисто отобран мяч. Последняя пятиминутка пошла. На секунду бы попозже начать это открывание, может быть, и не было бы офсайда. Буатен. Росс. Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. 5 минут, вот это да. Ну же, последняя. Штрафной удар в такой важный момент. Судья, похоже, снисходительно забирает мяч голки. Тут может что-то получиться. Это шанс! Забивай! И он забивает! Этот гол вполне по игре. Команда доминирует на поле, и нет ничего удивительного в том, что они увеличили разницу в счете. 6 голов наколотили друг другу команды, и у нас 4-2. Модрич. Пока неплохо. Отлично. Не знаю, насколько оправданным был этот фол, потому что позиция убойная. И немножко жалко тех, кто... Окончательный счет 4-2.